Храните деньги не под матрасом, а в банках. Такой совет жителям Саратова дают эксперты экономического рынка. В рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в областной научной библиотеке прошла лекция для всех желающих. Специалист банковского дела Юрий Коробов поделился советами о том, как сберечь свои накопления. Он рассказал, что сегодня самый надежный способ хранить деньги в банках, поскольку у них есть механизмы страховых гарантий, что позволит как минимум остаться при своем. Кроме того, эксперт не рекомендует открывать вклады в иностранной валюте. В сегодняшней экономической ситуации это слишком рискованно. Основное правило существует для любого человека, сберегающего деньги, что нужно хранить в той валюте, в какой вы тратите деньги. Если мы тратим их в рублях, то сберегать их лучше в рублях. Что касается всего остального, то никто точно не может ведь прогнозировать, что будет дальше с курсом рубля. И давать какие-то советы о том, что нужно вкладывать в валюту, ну, это было бы авантюрой просто с моей стороны.